Дорогие товарищи, сегодня, 7 ноября, участники парада на Красной площади, кадеты Следственного комитета пронесли знамя, дали старт всероссийской патриотической молодежной эстафеты добрых дел. По всей стране пройдут тысячи мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Наша молодежь участвует в поисковых отрядах, проводит порядок памятники обелиски героев войны, помогает ветеранам, шествует над детскими домами, сохраняет историю своих отцов и дедов. Мне, как фронтовику и президенту полководческой организации, особенно приятно, что именно молодежь является генератором славных дел. Обращаюсь ко всем представителям органов власти, общественным организациям и всем неравнодушным людям поддержать почин молодежного движения Следственного комитета. Уверен, данное движение будет иметь дальнейшее развитие во имя воспитания достойных защитников своего отечества. Почтить память наших фронтовиков. Всего доброго.